Наверное, каждый человек знает, что вредная привычка для человека является постоянно повторяющимся действием, не несущим никакой пользы, ни социальной, ни материальной. Зачастую даже наоборот, по-настоящему вредная привычка несет только вред здоровью окружающих и самому индивидууму. Более того, такие действия происходят на подсознательном уровне и представляют собой слабость воли человека, являются исключительно психологическими пороками. Если у кого-то из нас наступает какой-либо неудачный период в жизни, то мы стараемся запить, заесть, загулять этот негатив. Как минимум надо отвлечься, чтобы не чувствовать боль и другие негативные чувства. Со временем человек забывает, для чего их делал. А такие действия, направленные на саморазрушение своего тела или души, становятся для него привычкой. К сожалению, обычно вредной. Что такое полезная привычка? Постоянно повторяющиеся действия и есть привычка. Правда, с одной стороны, человек может обладать хорошими привычками, вежливыми манерами, полезными действиями и так далее, но и вредные поступки не менее часто совершает каждый из нас. Таким образом, полезной привычкой может быть мытье рук перед едой, регулярный вынос мусора, ежедневная зарядка по утрам, чистка зубов, уборка вещей. Откуда берутся вредные привычки? По сути, вредные привычки появляются точно так же, как и полезные, от обычного многократного повторения одного и того же действия. Однако большинство людей, кстати, также в силу своей привычки, настроены на негативное и саморазрушающее мышление. Поэтому вредные привычки проявляются у них более заметно. Кроме того, провоцировать вредные привычки может патологическая зависимость или болезнь. На их формирование влияют и стрессы, и расшатанность нервной системы, и любой иной негатив в вашей жизни. Так давайте разберемся, какие вредные привычки самые актуальные на сегодняшний день. Список вредных привычек человека. К таким негативным деяниям и вредным привычкам у человека можно отнести курение, алкоголизм, игровая зависимость, наркомания, переедание или обжорство, шопингомания, шопоголизм, интернет-зависимость, телевизионная зависимость, ковыряние кожи, манера грызть ногти, щелканье суставами, ринотелексомания или ковыряние в носу, привычка плеваться, привычка грызть пишущие предметы, техномания, злоупотребление слов-паразитов, нецензурная брань, негативное мышление. Теперь давайте рассмотрим подробно каждый пункт основных поведенческих недугов человека и самые эффективные и ненасильственные способы того, как избавиться от каждого из них. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Вредные привычки и их последствия. Курение – одна из самых распространенных вредных привычек людей на Земле. К тому же, обладающая целым рядом социально-негативных последствий. Курение – это вдыхание разного дыма, исходящего из веществ, преимущественно природного происхождения, которые тлеют во время вдыхания воздуха для насыщения организма человека содержащимися в них определенными продуктами. Правда, в современных сигаретах не очень много натуральных ингредиентов, а зачастую некоторые курительные смеси для уже продвинутых курильщиков обладают наркотическими свойствами – опиум, гашиш, крэк, марихуана, табак, конопля и так далее. Соответственно, ни к чему хорошему курение, как вредная привычка, не приводит, хотя все мы курим. Психотропные вещества, получаемые в результате вдыхания дыма, даже обычные сигареты, быстро поступают в человеческий мозг и замедляют его кровообращение, тем самым тормозя мозговую деятельность. Последствия вредных привычек для здоровья. Россия и Украина находятся в десятке стран из чудовищного рейтинга самых курящих стран мира, причем не только сигарет. А повседневное курение, как одна из самых вредных для здоровья привычек, может вызвать у человека язву желудка, эрозию, рак мозга или легких, вегетососудистую дистонию,
и иные проблемы кровеносной системы организма. Оно вам надо? Конечно же, нет. Социальные последствия вредных привычек. Более того, почти у всех вредных привычек человека есть много и социально-негативных последствий, которые влияют на уважение этого человека в обществе. Естественно, не секрет, что у курящего человека всегда воняет одежда. У него желтые, отталкивающие на вид зубы. Если это девушка, то еще хуже, и целоваться с ней некурящему парню будет не более приятно, чем с пепельницей. И детей от нее захочет только тот, кто согласен на риск потом целыми днями сидеть в контакте и просить на операцию для своего генетически больного ребенка. Вот такие основные социальные последствия вредных привычек. Хотя, если начать пересчитывать с желанием, то найдется еще много десятков, вплоть до бедности, так как бизнесменами и инвесторами подсчитано, если деньги от курения пачки сигарет в день вкладывать в банк под процент, то ваша пенсия на банковском счету к официальной пенсии будет составлять более 2 миллионов долларов наличкой, что, безусловно, порадовало бы любого пенсионера в СНГ. Как избавиться от зависимости? Как избавиться от вредной привычки? Чтобы избавить себя от психологической зависимости, просто поймите, что вам это не нужно по факту. Вам это не приносит ни пользы, ни счастья, а по сути даже удовольствия не приносит. Например, курение однозначно только тормозит весь ваш процесс саморазвития. И даже разрушает мозговые клетки. В этом нет ничего сложного, ваша психология должна это осознать. Если вы достаточно осознанны, то для избавления от вредных привычек хватит задать себе один вопрос. Что для меня более ценно? Моя вредная привычка или мое счастье, мой интеллект, материальное положение и здоровье моих детей? Надеюсь, если вы зашли на наш портал, то вы наверняка выберете осознанное счастье и саморазвитие. Самая распространенная вредная привычка. Алкоголизм. Наверное, самая распространенная вредоносная привычка человека, особенно в СНГ. К сожалению, чаще всего чрезмерное употребление спиртного превращается в сильную болезнь. Здесь может наступить как психологическая, так и физическая зависимость, прежде всего от этилового спирта. Ладно, продавался бы у нас только натуральный алкоголь, без всяческих примесей. Тогда бы и проблем было намного меньше с этим. Однако сегодня натуральное пиво достать весьма проблематично, как и вино. Коньяк и водка давно уже не Арарат и не столичная, а про всякие баночные питьевые смеси и вовсе говорить не хочется, от такого можно и умереть. Сам алкоголизм – это разрушающий, аутодеструктивный тип зависимого девиантного поведения. Конечно, все зависит от количества и частоты употребления спиртных напитков, индивидуальных особенностей организма, ну и, конечно, силы воли человека. Многие люди просто подвержены сильному риску возникновения алкоголизма из-за определенных социально-экономических факторов, психической, эмоциональной предрасположенности, иногда даже наследственных причин. Именно поэтому алкоголизм считается самой распространенной вредной привычкой, а во многих деревнях на территории бывшего Советского Союза больными алкоголизмом можно назвать 90 и более процентов всего мужского населения. И самое страшное, что часто и большую часть женского, из-за чего каждый год села вымирают, а в школы ходит все меньшее количество детей. Как справиться с вредной привычкой алкоголизма? Чтобы справиться с такой сильной зависимостью, как алкоголизм, мало просто решить перестать пить. Надо найти что-то более безопасное, что сможет заменить вам алкоголь. Может быть, это смена обстановки, круга общения, деятельности, может быть, место работы. Человек чаще всего пристращается к алкоголю от ничего не делания и сильных стрессов. А все начинается с банального вечернего «пошли по пиву». Боль, заливаемую алкоголем, следует заменить позитивом, радостью и разными интересными занятиями. Одно из полезных занятий, например, начать регулярно посещать наш портал по саморазвитию. Игромания и лудомания – вредная привычка нового поколения. Игровая зависимость или игромания – форма психологической зависимости от видео и компьютерных игр, проявляющаяся в постоянном увлечении видео и компьютерными играми.
Хотя есть и более вредная привычка прошлого века – лудомания, патологическая зависимость от азартных игр. Возникает из-за частого участия в азартных играх, будь то карты, казино, игровые автоматы и так далее. Если это доминирует в жизни человека, то такие увлечения ведут к опустошению профессиональных, социальных, семейных и материальных ценностей. Человек, подверженный игровым зависимостям, попросту не уделяет времени ничему другому, кроме как играм. Вызывают самую сильную игровую зависимость обычно сетевые игры, размещенные в социальных сетях или на других популярных сайтах интернета. Жанр таких игр в основном MMORPG. Бывали случаи, при которых очень долгое занятие играми приводило к необратимым и трагическим последствиям. Однажды в октябре 2005 года скончалась китайская девочка от истощения. Смерть наступила в результате многосуточной игры в знаменитый World of Warcraft. Самое интересное, что в онлайне состоялись всемирные похороны Сноули. Именно такой был ник умершей девочки. Как избавиться от игромании? Если с видеоиграми все понятно, можно как просто отключить компьютер и не пускать туда человека, или еще лучше пойти обходным путем и отправить его в какое-то путешествие на недельку или месяц в горы, где будет интересно, не будет компьютера, зато будет прекрасная компания. Или, как вариант, можно попробовать заняться каким-то бизнесом или сходить хотя бы на бизнес-тренинг. Тогда, когда человек заново осознает, насколько прекрасно живое общение, его ценности немного подкорректируются, и он начнет ценить свое время больше. А это основная проблема игроманов. А вот с лудоманией дела обстоят сложнее. Тут нужно каким-то образом доказать и внушить человеку, что и так уже достаточно проиграл, и это ему не помогает и не нужно. По сути, это вообще даже не вредная, а деструктивная привычка. Ведь можно как выиграть огромную сумму в покер, так ее и проиграть. Нужно постоянно чем-то занимать человека, подверженного данной зависимости. И опять же, надо попытаться дать человеку новую, более конструктивную и благородную цель в жизни, так как для некоторых людей, подверженных азарту, эта проблема может стать практически непреодолимой, пока азарт не разрушит важные для них отношения и не заберет оставшиеся деньги. Ну а на этом первые три самые распространенные вредные привычки человека мы закончили рассматривать, но это, разумеется, только начало. И в следующей части вы узнаете об остальных негативных привычках, разрушающих наши жизни и судьбы, и более подробно о том, как избавляться от вредных привычек легко и с удовольствием. Кроме того, узнавайте о вообще самых вредных людских привычках и, конечно, о привычках богатых и успешных людей, которыми стоит их заменить. А самое главное – о том, как стать счастливым и здоровым человеком. Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт, портал обучения и саморазвития, где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвование и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений
степени саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра!